28 декабря в Курагинском доме детского творчества прошло праздничное мероприятие «Новый год в молодежном формате». По традиции на него были приглашены лидеры и волонтеры Курагинского района, около 30 старшеклассников из школ поселка Курагина, Марининской и Рощинской. На протяжении 4 лет учредителем является местное отделение политической партии «Единая Россия» в Курагинском районе. По итогам уходящего года лидеры и волонтеры детской молодежной организации «Наследие» были участниками и победителями не только районных, но и краевых и всероссийских акций, конкурсов, фестивалей, а также социальных проектов. Были они и победителями краевого фестиваля «Техносалон». Ребят поприветствовала секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Любовь Заспа. Она поздравила всех с наступающим Новым годом и дала напутствие на дальнейшую социально активную деятельность. Так вот, я хочу вам пожелать, чтобы с вами рядом всегда были друзья. Друзья, которым вы можете поделиться, провести вместе праздник, довериться в чем-то. Вот это тоже очень важно, когда у вас есть вот такой круг общения и есть с кем проводить Новый год. Хорошего праздника, здоровья, благополучия вам и вашим родителям обязательно, бабушкам и дедушкам. С праздником! В завершении праздника Дед Мороз и Единорос и Снегурочка каждому участнику мероприятия вручили сладкие призы. Завершился праздник веселыми играми, забавами, концертной программой, подготовленной обучающимися в Доме детского творчества.